I will have my vengeance. У них тоже кога, что ли? Mm-hmm. Да, и у них. Фига себе, Макс, ты там прыгаешь. Отлетаю только так. 15 Скай не очень метко стреляет ядовитыми стрелами, однако же она выносит просто всех. 5, 4, 3, 2, 1. Все, не повезем. Прям ну вообще не метко. Лёш, ну как тебе этот чувак? А, да я пока нифига не очень понимаю. Я привык к нему, что медленно двигается. Я не могу в камень превратиться, вообще ничего. Ну да, он привык на метле на своей поганой летать. Да, на метле своей привык. Тут же свалить можно откуда-нибудь. Ну он просто рывок может сделать, потом он может прозрачным стать буквально там, не знаю, на 4 секунды. Он по головой мечом прикольно бьет. Да. Он вроде всех застыкает. А, и блок вообще как-то делает. Только я не понимаю, насколько как-то блок надо. Всего он или как, или чуть-чуть спасает. Ультой сразу, это как вообще? Ну, он накопил. Блин, тварь. Дубу убей его. Я мертва. Я просто не успел выбежать. Да блин, ну вообще невозможно ничего. Мы почти захватили. Ну почему я не поражал еще раз? Сейчас захват. А, она уже захвачена. Опять меня постоянно этот куб убивает. Я просрал ульт. Да, да. О, нормально, мы вдвоем. Это я зря сделал. Твою мать. О, ебало его с двух касаний, которые ульту хотел заявить. Ну да, блядь. Ладно, раньше времени не надо уйти, то я все время ее просираю. У нас, кстати, Мэйв ложковая, она прыгает и убивает легко. Не знаю, я там двойное убийство сделал. А куда она исчезла, я не понимаю. Я на нее ультанула, она исчезла, тупо. Блин, да там